Грязный. Грозный хищник не только позволяет себя целовать, но и сам не чужд ласк. Потираясь об Эдгарда, довольно мурлыкает. Как признается старший из опашной, Мартин – единственный из 11 тигров, кому тот доверяет полностью. И не боится за свою жизнь, очутившись буквально в пасти хищника. Мартин – хороший парень, который, так сказать, отвечает взаимностью, любовью, уважением. И просто при этом остается полноценным тигром. Полосатую труппу известные дрессировщики привозят в Брянск уже не впервые. Но а диковинкой для нашей публики станет появление на арене цирка белых львов. Таких в целом мире насчитывается не больше полусотни. Фрэнк и Джон сменили африканские саванны на цирковые вольеры 2 года назад. Казалось бы, чем не родственники цирковым животным? Но старожилы, удивляются запашные, общего языка с новичками почему-то так и не нашли. Львам свойственна семейственность. Ну вот, может быть, окрас, а может быть, возраст, то, что наши белые львы гораздо моложе тех львов, с которыми мы уже работаем много лет. Может быть, тоже некая, так сказать, ступенька между ними существует. Но они все еще не стали большой семьей. Львы, тигры, лошади, обезьяны, собаки. Больше 80 четвероногих звезд приехало в Брянск. Репетиции идут одна за другой, пока номер отрабатывается со страховкой. Но уже спустя неделю эти акробаты будут выходить на арену цирка, каждый раз с риском для жизни. Впервые брянские зрители увидят сложнейшие акробатические трюки мирового уровня. Отдельная тема – техническое оснащение проекта. Что мы привезли сюда самое дорогое лазерное оборудование, самое дорогое видеооборудование, проекционные экраны, пиротехнику, дымовые эффекты. Все это будет на нашем представлении, так сказать, в большом изобилии. Увидеть все собственными глазами брянская публика сможет на премьере 11 сентября. Вообще, братья Запашные планируют дать в Брянске 15 представлений. Это будет настоящий цирк, заявляют артисты. И обещают подарить поклонникам циркового искусства незабываемые впечатления. Елена Бочкарева, Сергей Ковыч, «События Брянск».